Все. Сейчас мне один человек пишет, напиши свой инстаграм. А все. А его больше нет. Ну, у меня есть видео. Но он вернется? А я отправила реквест, да. Ну, короче. Все, что не делается, все плохо. Ну, да, да. Офигеть, вот это они, конечно... Меня удаляли предыдущий инстаграм, потом я заводила новый и еще больше, быстрее набирала аудиторию. Так что для меня это типа наоборот, это значит, окей, значит, меня сейчас YouTube сметит или что-то еще. Так что... Класс. Да. А что ты на YouTube ведешь? На YouTube что в голову придет. А, просто рассказываешь о себе? Да, что, ну иногда с мамой, с папой делаю видео, это вообще что-то новое, такое не видела. Прикольно даже. Так, хорошо. Так, только мне нужен будет текст тоже. Ага. Так, давай начнем. У меня есть младший брат, и он делает музыку. Ну, он. Стесняется выкладывать пока? Не-не-не, он не поет, наоборот. А-а-а. Он не хочет петь. А я, наоборот, человек, который любит петь. А он делает музыку. Блин, слушай, это круто. Да, я такая вижу, ты союз просто пыляешь, и её брат. Да-да-да. Немного наоборот, только я старше. Да-да-да. Так, значит, давай со строчки сделаем... Так, что-то забыла, на какой точной строчке мы остановились, ты помнишь? Baby, let me tell the truth. Ага, окей, okay, отсюда. Да, и okay. Все. На но мы делаем акцент. You know that I'm thinking. You know that I'm thinking. Ага, хорошо, еще один раз. You know that I'm thinking. Ага, и прям протяг. Странно такое. You know that I'm thinking. You know that I'm thinking. Ага. Чего не так делаю? Ну что тебе кажется странным? А, ну все. Нет, смотри, сейчас ты спела чистенько достаточно. Ага. Да, все нормально. Thinking что-то не то. Know that I'm thinking. Давай спой еще раз. You know that I'm thinking. Мне кажется, я you know начинаю как-то не так, или это пока не особо важно. Ну, типа, мне кажется, мне страшно начинать, ну, боже мой, я боюсь, что происходит. Ну, сейчас ты попадаешь в you know, я не слышу там какой-то, да, сильной проблемы. Сейчас пока нормально. Okay. Понятно, конечно, что хочется сделать там еще как-то круче, активнее, но да. Просто сделаем больше акцент на no, чем на thinking, да? То есть не thinking, а keen немножко убираем. You know that I'm thinking. You know that I'm thinking. Так, ну-ка еще раз. You know that I'm thinking. Ага, и вот постарайся не no, да, а you know, you know. You know that I'm thinking. Да, но когда ты уже взяла эту нотку no, то чуть-чуть ее можно протянуть. You know that I'm thinking. You know that I'm thinking. Ага, окей, поехали дальше. See it in your eyes. See it in your eyes. Ага, да, see it. Sorry. Ага, ничего. See it in your eyes. See it in your eyes. Во, красиво. You hate that you want me. You hate that you want me. Ага, отлично, you немножко повыше. You hate that you want me. You hate that you want me. Ага, и прям хейт немножко раскрывай. You hate that you want me. You hate that you want me. Ага. Hate when you cry. Hate when you cry. Да, хорошо, теперь cry немножко ровнее. Hate when you cry. Hate when you cry. Да, хорошо, и cry не
выйти не из низа, да, а старайся быть уже сразу на этой высокой позиции. То есть не cry, не отсюда, а hey, when you cry, hey, when you cry. Ага, не зажимай cry, да. Hey, when you cry, hey, when you cry. Прям легче, да. Сейчас, сейчас да, немножко не спела. Hey, when you cry, hey, when you cry. Ага, hey, нет, сейчас, знаешь, да, что-то... окей, ничего. Я не знаю. Скажи, hey, hey. Да, и теперь. Hey, when you cry, hey, when you cry. Ага, и when you сильно не занижай, да, чуть повыше. Ага. Hey, when you cry, hey, when you cry. Вот, это лучше, еще раз. Hey, when you cry. Ага, when you не занижай, да. То есть сразу держись вот из-за. Да, мне так кажется, что надо вот так нет, идти. Нет, да, там есть эта мелодия, конечно, там тебе нужно так идти, просто ты идешь вместе со всей позицией, поэтому тебе потом cry спеть тяжело, потому что там нужно вернуться. То есть там идет hey it when you cry, и нужно вернуться обратно. А тебе лучше встать на одну позицию, да, вот этой высокой ноты hey, и дальше от нее строить все остальное, да. Hey when you cry, то есть как будто ты там находишься. Hey, when you cry, hey, when you cry. Ага, сейчас cry чуть-чуть понизила, да. Hey, when you cry, hey, when you cry. Да, вот это лучше. Окей. Okay. Ну, сейчас субтон просто больше пошел, да? То есть, ну, ничего, как бы... Тут тоже за два занятия мы с тобой не сможем тебе прямо точно сделать этот плотный звук субтоном, поэтому... Да, да, да. Поэтому, конечно, субтон тут, в принципе, тоже нормально слушается. Hey, when you cry, hey, when you cry. Ага, сейчас край немножко занизила, чуть повыше. Hey, when you cry. Ага, и вот прям cry ты из низа сейчас берешь, да? Нужно постараться чуть сверху. Ну, потому что начинаете с cry. Hey, when you cry. Да, да, кр не очень удобно. Но нужно постараться просто сделать эту кр не... Cry, не здесь cry, где мы привыкли, а cry, cry. Да, вот здесь. То есть такой как раз, это есть такой прием тоже, cry называется. Так, что мне надо? Тебе нужно чуть сделать больше сверху, сейчас как ты во второй раз сделала. Cry, cry, cry. А, это типа через мяу? Да. Окей. Cry. Да. Hey, when you cry. Ага, вот, да, okay. Еще раз. Hey, when you cry. Нет, нет, не отсюда, а hey, when you cry. Hey, when you cry. Ага, не совсем это через мяу, мяу это больше твенг. Да. Вот, ну как бы позиция примерно та, тоже высокая, но не твенг. Знаешь, да, что такое? Да, я знаю. Классно. Вот, есть еще край. Край это можно делать в твенге, как бы да, в основном делать в твенге, но не прям очень сильный твенг. Просто такой, ну, край, это типа чуть-чуть плаксивый такой, вот ты вот здесь находишься, да, то есть, ну, не вот здесь вот ты плачешь, а вот здесь ты плачешь, такой получается звук, да. Hey, when you cry, hey, when you cry. Да, край чуть повыше. Hey, when you cry. Ага, ну, неплохо, да. Hey, when you, очень хорошо, край чуть повыше, пока вот ничего не получается. You're scared that you're lonely. You're scared to be lonely. Ага, еще раз. You're scared to be lonely. Ага. Especially in the night. Especially in the night. Да, хорошо. Видишь, night тут уже удобнее. Та же самая мелодия. Especially in the night. Especially in the night. Да. I'm scared that I miss you. I'm scared that I miss you. Ага, хорошо. Сейчас. Happens, да. Happens every time. Happens every time. Да, хорошо. I don't want this feeling. I don't want this feeling. Ага, и здесь, по-моему, даже нет распева, да? Don't want this feeling. Сейчас, секундочку. Don't want this feeling. Ага, просто. Don't want this feeling. I don't want this feeling. Ага, и теперь мы идем снизу. I cannot find love. I cannot find love. Ага, молодец, вот I can't отлично было. Love так заехал с подъездиком, постарайся сделать чуть повыше сразу, да? I can't afford love, I can't afford love. Ага, видишь, love получается, и не точная нотка. I can't afford love, I can't afford love. Ага, вот afford тоже чуть повыше.
Вот I can't очень хорошо. I can't. И дальше мы поднимаемся. Effort love. I can't effort love. Не, не настолько. То есть, смотри, да, ты близко поешь, просто есть у нас как бы голос очень многогранный, там мы можем спеть четверть тона, одну восьмую, да, это вроде будет близко, но фальшиво, да. Здесь у нас есть только полтона и тон, ну, да, как бы самое минимальное расстояние полтона. Вот, и мы, получается, должны прям попасть чисто в эту ноту. I can't find love, I can't find love. Да, вот сейчас почти, прям effort love еще повыше. I can't find love. Ага. I can't afford love. Ну, почти получилось. I can't afford love. Да, вот сейчас love очень хорошо. Пока еще не по звуку, но по ноте. I can't afford love. I can't afford love. Ага, вот сейчас зажала, да? Такой получился. Вот, даже не зажала, больше расщеп получился. Начали ложные связки работать. I can't afford love. I can't afford love. Ага, вот. Постарайся не зажимать, да, больше мягко сказать. Love, love. Вот он. Love, love. Да. И теперь снизу, вот смотри, тут в чем сложность, что ты идешь снизу, да, и тебе нужно приподняться на вот такой голос. То есть не тянуть все снизу, чтобы вот как раз начали работать сложные связки, да. А I can't afford love. I can't afford love. Вот, это лучше. Okay. Еще раз. I can't afford love. Сейчас эфар тебе туда ниже. Попала. Да. Угу. Да, чуть низковато ты была сейчас, или чуть повыше. I can afford love. Вот, эфар сейчас очень хорошо. Love прям еще чуть точнее. I can afford love. Ага. I can afford love. Вот попробуй тоже love сразу сверху сказать. Love. Love. Ага. Нет, это очень высоко. Love. Love. Вот она. Love. Ага. I can afford love. Вот, сейчас ты спела. Ага, услышала? Да. Чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть услышала. Отлично. Ну, молодец, все равно, сейчас чистенько спела. Ты можешь повторить? Не факт. Ну, ничего. Я дома попробую. Давай. I can afford love. Молодец, повторила. Все, тебе там записано. Круто, круто. Вот, сейчас чуть-чуть было под зажатие, чем в прошлый раз прям было свободненько. Но сейчас тоже хорошо, то есть не было какого-то сильного зажатия. Окей, идем дальше. Да, то есть и дальше у нас будет вот эта reason, она будет достаточно высокой нотой, но тебе нужно идти в твое как раз тонкое смыкание, да? Да, то есть более мягкий голос, не вообще там не напрягаемся. Молодец, да, теперь протягиваем это все одной мелодией. Да, сильно на ри не затягиваем, ну такой там будет как акцент. I try to find reason. I try to find reason. Во, молодец, да. Теперь чуть-чуть попробуй больше голоса добавить, да, чтобы не было совсем это. Но аккуратно, да, то есть без зажима. I try to find reason. I try to find reason. Ага, нет, вот сейчас зажала и снизу, да, ты пошла. Тебе нужно остаться вот в том. I try to find reason. I try to find reason. Ага, да. Сейчас чуть-чуть низковата позиция, но ты почти правильно. I try to find. Да, это все равно тонкое смыкание. Try. Try. Вот отсюда. I try to find reason. Ага, чувствую, что это немножко другой голос. Не очень понятно. Хорошо. Просто есть вот этот голос, да, а есть вот этот голос. Вот я сейчас просто тебе сильную разницу показываю между своем, да. У тебя он похож все равно, но в жизни ты разговариваешь больше вот здесь. Ну, просто не низким голосом, а таким более средним. Но сейчас нам надо спеть вот этим голосом, да. I try to find reason. I try to find reason. Вот, спела. Теперь вот I немножко выше. I. Не настолько. Bye. Вот, отсюда идем. I try to find reason. Ага. И вот поднимаемся, как будто бы небо на try. Небо поднимаем на try. I try to find reason. I try to find reason. Ага, окей, хорошо. To pull us, to pull us apart. To pull us apart. Ага, хорошо.
If I'm working, 'cause I'm perfect. Нормально, сейчас нотки. If it working, if it working, 'cause I'm perfect, as it... Ага, давай отдельно, да, 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 сейчас я просто подумаю, что мы уже вместе, сейчас секундочку разделю. If it working, 'cause I'm perfect, 'cause I'm perfect, and I know that, and I know that, and I know. If it's working, if it's working, 'cause you're perfect, 'cause you're perfect, and I know that, and I know. И тут теперь будет чуть по-другому. And I know that you're perfect. Давай вот эту фразу. And I know that you're perfect. And I know that you're perfect. And I know. Больше мы делаем акцент здесь на know, это самая длинная нотка. And I know that you're worth it. And I know that you're worth it. Ага, и дальше будет... А, сейчас. And I know. Сейчас надо бы послушать, конечно. Это... Послушать. Давай. Не помню, как тут поется. And I know that you're worth it. I can walk away. And I know. Ага, прям дольше тянется. And I know that you're worth it. Да, ну от меня это да. Так, ну давай вот эту штучку доучим и опущу тебя. Значит, And I know that you're worth it. And I know that you're worth it. And I know that you're worth it. Ага. I can walk away. I can walk away. Да. Дальше он поет мелизм, мы его сейчас уже учить не будем, да? I can walk away. Сделаем вот так. Ага, хорошо. И стараться не зажимать, да, то есть больше уходить на такой более легкий звук. I can walk away, I can walk away. Не, сейчас прям занизила. I can walk away, I can walk away. Ага, хорошо, окей. Так, ну что, запомнила тут что-то? Что-то, да? Ну, у тебя есть видео теперь, да, там можно будет тоже посмотреть. Да, на каких-то строчках мы чуть побольше останавливались, но в какие-то у тебя сразу получались. Okay. Вот, ну.